Сегодня, по хорошей традиции, каждую третью субботу месяца у нас проходит выставка, продажа и слет коллекционеров со всей Украины. Здесь, как и в прошлый раз, как и в будущие разы, которые будет проводиться наша выставка, представлены разнообразные изделия, и посуда, и монеты, предметы старины. Много чего интересного, много чего разного. Можно узнать для себя что-то новое. Может быть, даже найти свое хобби. Приходите. Арт-завод «Механика», Плехановская, 126. Каждая третья суббота месяца. Будем рады вас видеть. Это уже наше второе здесь мероприятие в этом году. Всего уже в этом году провели 4 слета коллекционеров. Следующий слет коллекционеров будет проводиться тоже на базе арт-механики в этом же помещении 21 сентября. Начинается мероприятие с 8 часов и заканчивается 13:00. Эти выставки проводятся прежде всего, это интересно самим коллекционерам, поскольку идет обмен, что у кого есть, чем можно поменяться, что приобрести. Ну и интересно будет для начинающих коллекционеров, которые еще не определились, что именно они собираются коллекционировать. Это будет для них интересно. Поэтому приглашаю всех коллекционеров, неважно, что коллекционируют, там монеты, медали, знаки, награды, фарфоровые статуэтки и так далее. Поэтому приглашаю всех на слет, который состоится 21 сентября у нас здесь.